вернувшись в будни деловые, с обледенелых синих скал. Сегодня, кажется, впервые я о тайге затосковал. Там измерять мне было просто все жизни острые углы. Там сам я был повыше ростом среди морозной жгучей мглы, где люди, стиснутые льдами, в осатанелом вое вьюг, окоченевшими руками хватались за полярный круг. И где подобные миражи не сказка и не болтовня, подчас ясней бывали даже видения яви света дня, где руки мне, прощаясь, жали мои умершие друзья, где кровью налиты скрижали старинной книги бытия. И где текли мужские слезы, мутны, погорны и тихи, где из кусков житейской прозы сложил я первые стихи.